Вот так вот мы сходили в парк. Не дошли. Зато мед купили. Кстати, мед вкусный. Продается здесь, около мечети. Прикольный мед, кстати. Вкусный, реально. Он не похож на российский. Какой-то он другой. Купили мед. Так он выглядит. В общем, попросили, чтобы нам продали не целые бутылки, а то, что у него было на пробу. Вот, это вышло вот такое количество. Вот этот просто сладкий мед. Так он стоит вот 38 рингит. А мы две бутылочки взяли за 20. Потому что нам много-то не надо, но нам просто понравилось. А вот это вот кисленький мед. То есть он, кстати, он подороже. В чем между ними разница? Что-то он с чем-то очень вкусный мед. Давай попробуем. Да, действительно, он стоит дороже, а бутылка-то меньше. А это больше бутылка. Ну что, откроешь? Хочется попробовать. Кстати, как раз после дождя. Кстати, он пахнет. Он пахнет, как будто немножко брожёный, да? А по вкусу он чем-то напоминает вот как запах пива, вот такой какой-то. Короче, он необычный мед. Я такого вообще никогда в жизни не пробовал. Попробуй. Что скажешь? Или он другой, или такое ощущение изменилось, я что-то не пойму. Да нет, вроде он такой, как он там был изначально. Он немного такой. Жидковатый. Ну, насчет брожения я не чувствую. Просто он имеет свой аромат. Просто имеет аромат. Какой-то хлебный, что ли. Хлебный, да. Я бы рекомендовал, наверное, попробовать, потому что, ну, в России я такого... Он вообще другой. Он какой-то необычный. Класс, что-то такое вот. Да, он как хлебный и, может быть, еще чем-то похож на шиповник, да, вот который у нас был. Такое адское. Он немножко, смотри, жидкий, стекает так. Классный мед, короче. Ой, я попробую в комментариях прикрепить ссылку. О, где, около мечети. Это во вход в парк какой-то. Какой-то парк. У них там что в этом парке? Я покажу. Там ботанический парк какой-то. В Куала-Лумпуре. Парк находится недалеко от Централ Маркета. Через железные дороги, там через все дороги перейти, и вот он там есть. Вот, а вот это другой мед. Этот мед с кислинкой. Очень необычный. Освещение, конечно, так себе. Пробуй. Поведай людям, на что похоже и вообще по вкусу, что это. Такой мед, как с лимоном. Короче, мне нравится кисленько. Мне понравилось. А, ну вот он мне и больше... Ну да, с каким-то лаймом, с лимоном. Вот он мне больше шиповника напоминает. Как раньше в детстве вот этот шиповник пили. Сироп шиповника. От кашля там еще что-то. Ну, вообще, это все не дешево, если честно. Ну, да, получается, сколько там? 20 рингит. За такой немножко, вот за эти две бутылочки неполных, где там вообще вот чуть-чуть. 20 рингит, получается, 17,5. 350 рублей, короче, угу. Получается, вот это нам вышло. То есть он дорогой. Ну, как, в принципе, в Куала-Лумпуре все дорого. Что еда, что все. Ну, что-то необычное, реально.
но необычно вкусно. Даже не могу. Ну вот, ну классный он какой-то. Прикольный. Советую приобрести немножко. Ради интереса. Да.